Здравствуйте, друзья! У нас ежедневный расклад карты дня 1 декабря. Сегодня у нас вторник, сегодня у нас первый день зимы. Давайте посмотрим, что нам приготовил этот первый день для всех знаков зодиака, как карты дня. Овны. Да, сегодня у вас карта дня паш мечей. Ну, в первую очередь карта говорит, возможно, сегодня вы будете отбиваться от нападок. Может быть, вас кто-то будет сегодня критиковать, сомневаться в принятых вами решениях. Здесь могут быть и нападки, и насмешки, неприятные замечания. Еще паш мечей может говорить, что у вас сегодня появится шанс прояснить какую-то ситуацию. То ли вы сами найдете эту информацию, то ли, может быть, вам кто-то сегодня сделает критическое замечание. Да, мы иногда это недооцениваем. Может быть, обижаемся, может быть, дерзко отвечаем на такую критику. Но карта говорит, если вы понимаете, что критика конструктивна, прислушайтесь. Еще паш мечей, может быть, показывает вашего ребенка, с которым вы будете сегодня заниматься. Может быть, ребенок отстал. Как правило, паш мечей – это, может быть, что-то связано с изучением иностранных языков. Да, может быть, кто-то из овнов сейчас учит язык. Еще паш мечей у нас – это известия неожиданные. Хорошие или плохие, карта не говорит. Может быть, какой-то звонок, сообщение. Что-то вас может сегодня взволновать. Но еще паш мечей говорит, что вы сегодня будете полны сил, энергии, чтобы продвигаться вперед в решении своих вопросов, задач, может быть, проблем. Карта говорит, что, может быть, это будет вызывать споры, чью-то критику, но все равно карта говорит, все у вас сегодня может разрешиться в вашу пользу. Да, но с какими-то сопротивлениями вы сегодня можете столкнуться. Телец. Ну, в первую очередь, это карта равновесия, баланса вашей жизни, в вашем финансовом положении. Здесь, конечно, может быть для того, чтобы привести свою жизнь, но не жизнь, а свою финансовую сторону в баланс, может быть, вам нужно будет кому-то обратиться за помощью. И вам, скорее всего, помогут. Ну, в то же время это еще может быть повышение зарплаты, какая-то премия, может быть, выплаты от государства, детские, например. Кому-то одобрит кредит, это может быть и ипотека, может быть, кредит для бизнеса. Ну, в то же время карта говорит, и к вам сегодня кто-то может обратиться за помощью. Да, вот самое главное, чтобы вот эти весы оставались в равновесии. Если у вас есть возможность помочь, то да, помогите, но опять же, не давайте больше, чем вы можете. Еще карта говорит, что сегодня будет очень хорошо во что-то вложиться. Это может быть и вложиться в будущее ваших детей, может быть, на обучение. Еще это могут быть вложения, например, в валюту, в недвижимость. Ну, здесь я не буду рассматривать, что именно. В свой бизнес. Карта говорит, все вложения, которые вы сегодня сделаете, в дальнейшем обязательно окупятся. Хорошо. Близнецы. Тут двоечка кубков. Но смотрите, для вас сегодня будет очень важно партнерство. Кто был в поиске, сегодня вы можете познакомиться. Это только-только встреча. Если вы были с кем-то в ссоре, сегодня у вас появится шанс помириться. Также это может быть партнерство в бизнесе, в творчестве. Но еще это карта, когда два человека подписывают какое-то соглашение. А для кого это актуально? Это может быть договор купли-продажи, это может быть трудовой договор, договор аренды-найма. Ну, а если вы в паре, то карта говорит, что у вас крепкая команда, крепкий брак или крепкие отношения. Вы можете друг на друга положиться. Здесь есть доверие, взаимопонимание, любовь, поддержка. У вас такое здоровое, настоящее партнерство. Хорошо.
рак. Да, у раков здесь, или вам сегодня нужно будет отправиться куда-то неожиданно в дорогу, по рыцарю мечей, может быть, придет какое-то сообщение, звонок. То ли он вас очень сильно взволнует, то ли вам нужно будет куда-то ехать. Еще карта может показывать, что есть у вас какая-то идея, и вы захотите ее воплотить в жизнь. Это может быть связано с работой, с бизнесом, с вашими личными делами. Ну, конечно, еще у нас рыцарь мечей – это конфликт. А может быть, какой-то человек, конечно, это может и дома быть, и на работе, вообще посторонний человек, может быть, где-то на улице. Карта показывает очень агрессивного, может быть, даже язвительного, циничного человека. И у вас сегодня с ним может возникнуть спор, конфликт, разбирательство. Это очень вспыльчивый человек, который легко переходит в такое положение бойца, воина. Но, как правило, карта говорит, если вы сегодня столкнетесь с таким неадекватным человеком, постарайтесь не втягиваться в этот конфликт. Да, этот человек вспыхивает, как спичка, но в то же время этот человек разумный. Это масть мечей. Карта говорит, он остынет и поймет, что был неправ. Он, она, здесь карта не уточняет. То есть лучше его как бы оставить с его вот этими нападками, ну, постараться не втягиваться в этот конфликт. Иначе этот конфликт может перерасти в войну. Потому что доказать что-либо, как-то оспорить его мнение, тут у вас не получится. Поэтому лучше всего не ввязываться в эту войну. Поэтому сегодня вас карты предупредили, будьте аккуратней. Если это какой-то человек будет сегодня на вас нападать. Львы. Старший аркан мир. Ну, в первую очередь, вы с кем-то можете сегодня помириться, если были в ссоре. Также у нас старший аркан мир – это смена этапов нашей жизни. То есть мир – это последняя карта из 22 старших арканов. Она говорит, что в нашей жизни завершается один период и начинается другой. Но это может касаться и перемены работы, перемены мировоззрения, отношений. То есть, может быть, был период одиночества, и в вашу жизнь приходит партнер. У кого-то, может быть, рождается малыш. То есть ваша жизнь меняется на до и после. Кто-то, может быть, сейчас планирует иммиграцию, переезд. Но также карта может говорить, что кто-то из Львов сегодня будет очень много общаться через интернет. Может быть, с людьми, которые находятся где-то далеко от вас. У кого-то, может быть, работа связана по удаленке. Может быть, кто-то сейчас планирует поездку, путешествие. Ну, в связи с тем, что происходит, это, скорее всего, вы только начинаете планировать. Хотя планировать сейчас, конечно, очень сложно. Хорошо. Девы. Старший аркан влюбленные. Да, но в первую очередь карта может говорить, что сегодня очень хороший день для любви. Если вы пока одиноки, то сегодня вас может ожидать знакомство. Но по старшему аркану влюбленные, здесь будет и любовь, здесь будет и страсть, взаимное притяжение. То есть есть все шансы, что вот это чувство, которое сегодня зародится, перерастет во что-то большее. Но если у вас уже есть партнер, карта говорит, постарайтесь провести сегодня вместе, ну хотя бы вечер. Поговорите по душам, поделитесь, что вас беспокоит. Может быть, даже расскажите о своих чувствах. Когда мы вот так наедине общаемся, это нас сближает. Но еще у нас старший аркан влюбленный – это выбор. И она говорит, если вы до сих пор медлили, может быть, сомневались в принятии решения, здесь может быть и по поводу какого-то человека, может быть, какого-то дела, плана, то сегодня вам нужно слушать свое сердце. И оно поможет вам сделать правильный выбор. Иногда этот выбор требует от нас мужества. Да, еще карта говорит, не позволяйте никому манипулировать собой, как-то давить на вас, принуждать к какому-то выбору. Вы этот выбор должны делать сами. Весы. Да, у весов здесь карта терпения и ожидания. Если это касается работы, бизнеса,
то карта говорит, что сегодня вы получите подтверждение тому, что работали не напрасно. Какой-то ваш проект, продвижение по карьерной лестнице или ваша работа могут принести первые плоды. Это может быть небольшая прибыль, повышение зарплаты, может быть продвижение по карьерной лестнице, но, скорее всего, не очень большое. Да, здесь могут прийти какие-то новости, не знаю, может быть, какая-то информация, которая подтвердит то, что да, урожай-то свой вы соберете, но нужно еще терпеливо ждать, когда вот все эти плоды созреют. Да, для кого-то из весов здесь может быть сообщение о беременности. Также, если это в отношениях, может быть, женщина давно ждет, когда же ее мужчина сделает ей предложение. И опять же, карта говорит, нужно ждать. Человек должен созреть сам. Здесь нельзя давить, нельзя пытаться как-то силой повлиять на это. Иначе человек может подумать, что вы им манипулируете. Может стать еще хуже. Поэтому здесь вам также говорят, ждите. Ну, еще это может быть просто ожидание каких-то результатов. Не знаю, может быть, кто-то подал документы. Может быть, сегодня вы надеялись их получить, но нет, нужно еще подождать. Но здесь может касаться чего угодно. Поэтому весам нужно набраться терпения. Скорпионы. А вот у скорпионов как раз наоборот, карта говорит, если были какие-то задержки, что-то зависло, то сегодня начнется продвижение. Это может быть продвижение вашего, не продвижение, а одобрение вашего проекта. Коммуникации, заключение договоров, контрактов, если это касается вашего бизнеса. Если кто-то ждал каких-то документов, денег, может быть, переводов. Да, сегодня все это может произойти. Также, может быть, сегодня будет очень активный день, много передвижений по работе, по делам. Кто-то отправится в поездку, может быть, кого-то в командировку отправят, кто-то, может быть, в отпуск поедет. Иногда карта показывает перелет на самолете. Если смотреть по работе, здесь может быть поступление каких-то приятных новостей, может быть, кого-то повысят в должности, кому-то повысят зарплату. Может быть, кто-то премию получит. Но как бы эта карта несет перемены, которые произойдут даже быстрее, чем вы ожидали. Ну, а в отношениях тут кто-то вообще может влюбиться сегодня. Хорошо. Стрельцы. Туз жезлов. Тут какое-то новое начало. Да, человек загорелся каким-то желанием. Я хочу. Карта вам сулит успех. Потому что по ней происходит как бы объединение личных усилий, чуть-чуть везения, какие-то совпадения, но и также ваши продуманные действия, все это может привести к хорошим результатам. Да, здесь может быть и зарождение новой идеи, какого-то амбициозного плана, может быть даже какого-то предприятия. Но опять же, это наше желание и какие-то цели. Иногда по тузу жезлов у нас появляются новые перспективы развития, роста. Да, иногда карта говорит о дороге. Кто-то может сегодня отправиться в дорогу. Дорога может связана быть и с работой, и с отношениями, и с вашим отпуском, например. Также это может быть начало новых отношений. Такой сильный сексуальный посыл. Если вы уже в отношениях, здесь опять же может вспыхнуть страсть. Еще эта карта зачатия беременности. Ну, а с чем у вас это новое желание может быть? Конечно, у всех по-разному. Кто-то может поставить себе сегодня цель «хочу построить дом». Кто-то начнет ремонт. Кто-то в бизнесе будет что-то. Кто-то какой-то творческий проект. Ну, то есть это самая главная карта говорит. Вот это огонь желания должен в вас не погаснуть. То есть желание-то появляется, но вот этой дорогой исполнения этого желания идти вам все равно придется. И постарайтесь это желание довести до конца. Хорошо. Козероги. Старший аркан справедливость. Ну, в первую очередь карта говорит, что сегодня вам нужно действовать по законам.
будь то законом людским, будь то божеским. Эта карта говорит, что посеешь, то и пожнешь. Если вы будете несправедливы к людям, то потом вы получите эту несправедливость обратно. Может быть, уже в другой ситуации. Если вы сегодня принимаете участие в судебных процессах, вам нужно говорить только правду. Здесь по ней нельзя врать. Да, если вы долго уже участвовали в судебных делах, сегодня может быть вынесено решение. Вот мы сейчас посмотрим, в чью пользу. Ну, как правило, карта говорит, если вы знаете, что вы правы, значит, решение будет в вашу пользу. Так, здесь у нас ложится король жезлов. У кого-то из козерогов здесь может быть развод. Вот с таким королем жезлов. Это может быть представитель огненной стихии. Или мужчина, который работает администратором, менеджером. Или занимается своим частным бизнесом. Также это может быть заключение трудового договора, нахождение работы вот на такого человека. Или это заключение договора выполнения услуг. Да, может быть, это ваш заказчик. Также это может быть судебные дела, это ваш оппонент. Здесь еще, знаете, может быть, что, конечно, не так все глобально. А, например, король жезлов, может быть, это ваш какой-то родственник, бизнес-партнер, коллега на работе. Может быть, вас сегодня попросят стать третейским судьей. Да? Вот этот человек вообще, король жезлов, он очень любит спорить. Он любит диспуты. Ему все это доставляет истинное наслаждение. И, может быть, вас сегодня этот человек попросит рассудить. Тут как бы карта говорит, что вы должны быть справедливы. А не тот, кто вам больше нравится, а именно тот, кто прав. Ну, давайте еще одну карту. Да. Здесь, скорее всего, что-то связано с бизнесом, потому что тройка жезлов. Да, тут может быть еще какая-то сделка, потому что тройка жезлов – это карта расширения горизонтов. Это может быть нахождение работы очень перспективной. Это может быть, как я сказала, какой-то бизнес-партнер или заказчик. То есть вот это заключение договора, например, оказание услуг. И вот это, вот что здесь будет происходить, это даст вам какие-то очень хорошие перспективы на будущее. Также это могут быть отношения. Если это развод для женщин, то как бы карта говорит об освобождении. То есть у вас открываются какие-то новые перспективы. Да? Вот освобождение от человека, может быть, слишком было сильно давление. Да, здесь может быть и подписание брачного договора. Это именно расширение ваших владений, расширение вашей семьи. Ну, у кого-то здесь может быть сделка, покупка-продажа земельного участка, может быть продажа квартиры, покупка дома, что-то такое, что поможет вам увеличить свое жилье. Но в любом случае здесь какие-то перспективные перемены. Я больше скажу, все-таки это касается работы и бизнеса. Может быть, реально какой-то очень хороший для вас договор, который поможет вам продвинуться вперед, будь то карьера, будь то ваш бизнес. Хорошо, Водолеи. Здесь для вас будет важен король кубков. Для кого-то это врач. Да. Может быть, кто-то сегодня будет обращаться к врачу. У этого человека есть кубок. Он вам или поможет выздороветь, или значительно облегчит ваше состояние. Еще у нас король кубков – это человек чуткий, чувственный. Для женщин это может быть ваш супруг, возлюбленный, отец, взрослый сын, ну, какой-то близкий родственник. Может быть, вы будете обращаться к нему за помощью, поддержкой. Этот человек обязательно сделает все, что в его силах. Да, еще у этого человека очень сильно развита интуиция. Если вам такой король кубков сегодня даст какой-то совет, обязательно прислушайтесь.
Для мужчины это может быть также родственник, а может быть это какой-то близкий друг, коллега на работе, который тоже может вам сегодня оказать помощь. Но еще у нас король кубков – это влюбленный король. Женщины сегодня могут такого встретить, влюбленного мужчину, а мужчины сегодня сами могут влюбиться. Но еще карта говорит, это не обязательно кто-то вам даст совет. Может быть, она показывает, что у вас сегодня будет сильно развита интуиция. Поэтому обращайте внимание на свой внутренний голос, может быть, на сны, на какие-то подсказки. Да. Хорошо. Рыбы. Рыбы, страшный суд. Вообще у нас страшный суд – это сообщение о каких-то переменах. Как бы карта говорит, что сегодня вы сможете решить какую-то свою проблему, будь то только что возникшую или какую-то застарелую. Постарайтесь сегодня не упустить какую-то очень хорошую возможность. Да, иногда по страшному суду карта говорит, чтобы найти какое-то окончательное решение, да, иногда нам требуется небольшой пинок. Вот сегодня может произойти для вас какое-то важное событие, который может повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Но по страшному суду это перемена к лучшему. И иногда карта говорит, что вам это событие может показаться не очень значительным. Но потом, по прошествию времени, вы поймете, что да, в этот день произошел какой-то перелом, который повлиял на то, что ваша жизнь начала меняться к лучшему. Также эта карта говорит об избавлении или освобождении от какой-то сложной ситуации, сковывающей вас человека, от места нахождения, там, где вы находитесь. Часто эта карта показывает перемену места жительства. То есть здесь как бы ангел призывает человека выйти из какого-то застоя. Но, да, эта карта говорит, но для того, чтобы перемены пришли, вам придется выйти из зоны комфорта. Давайте вам хотя бы одну карту, с чем перемены связаны. Здесь может быть решение поменять работу. Также это может и отношения. Все-таки это старший аркан. Кто-то, может быть, решит все-таки наконец-то уехать куда-то. Да, девятка кубков, карта говорит, что перемена-то к лучшему. Это приведет вас полному удовольствию того, что у вас есть. Но вы должны на эти перемены решиться. Но она всегда говорит к лучшему. Какое-то желание ваше может исполниться. Но опять, смотрите, это старший аркан. Я говорю, сегодня что-то произойдет в виде сообщения, звонка. И вы понимаете, что наконец-то ваша мечта, к которой вы долго шли, начинает исполняться. Здесь может быть, конечно, связано и с работой, и с отношениями, с какими-то поездками. Ну, в чем была ваша заветная мечта? Вот здесь у нас на дне колоды еще лежит колесница. Ведь это рывок вперед. Опять же карта говорит и о переезде, о смене места жительства, о новых отношениях, о новой работе. Но, как правило, вот сегодня это произойдет что-то, вы даже можете, я говорю, не придать этому значения. Просто потом уже, впоследствии вы поймете, да, вот сегодня в моей жизни начинается какой-то очень важный этап. Поэтому самое главное, вы должны на них решиться, потому что это приведет к полноте жизни. Ну вот что еще желать человеку, да? Вот у него 9 полных кубков. Это уверенность в настоящем, но и надежда на будущее. Хорошо, это у нас была карта дня, 1 декабря. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего, берегите себя. До свидания.